случай, чтобы вытащить мяч. Заряжай, поджигай, никому до нас нет дела. Поджигай, заряжай, это все судьбы рук дело. Я слышал бы приказ, не отступай, не умирай, но я вот я. Заряжай, поджигай, никому до нас нет дела. Я огонь до небес. Заряжай, поджигай, никому до нас не дело. Поджигай, заряжай, это все судьбы рук дело. Я слышал бы приказ, не отступай, не умирай, как его пила. Заряжай, поджигай, никому до нас не дело.
Перед миксилсы макыдов до пинзя следер. Тевет мэнцы псичне леды скорсы ледо. Ир телт вомон хищарас мон мездов селедер. И он до унилецал фан мон речи лотер. Ес хи ес севтар бос, он и до и втав зос. И он и ди юан речи ело втавокс. We'll be right back.
надо. Я хочу это. We'll be right back.
разбора! Oh!
natáčej. Seš tam. Proč? Jdem na to. Já nevím, co vám říkat, ty vole. Já jenom... Jo. Pogo, to je Pogo. A já radši počkej. Thank you.
Дураков на таких, блин. А женский как, интересно, должен выглядеть, да?
Ты такой же, только пониже, да? С такой лежной штучкой. Маслов, выходи! Ну, этот присел там, видно. Видать, серьезно настроен. Ой, штаны обкапал. Так. Музыканты же понаехали, не дают честным гражданам спокойно проехать. Давайте, чтец, слух, рэп из книжечки. Давайте. Будьте любезны. С Юрочным Пингвахом мы познакомились на конференции в Таврическом дворце. Вернее, на совещании редактор многотиражных газет. Я представлял газету «Туборстроитель», «Шлипстингбах», «Лен Пиновская», «Многотиражку кадра». А теперь соляга! Извините, какой у вас рост? Я не удивился, я к этому привык. Я знал, что даже последует такой абсурдный разговор. Какой у тебя рост? 194. Жаль, что ты в боксерах не играл. Почему не играю? Играю, я так и подумал, какой у вас рост, спросил Шлиппенберг. 1.94 м. А что? А дело в том, что я снимал любительскую кинокартину. Хочу вам предложить главную роль. У меня нет актерских способностей, это не важно. Зато Придел, фактура давай. Подходящая. Что значит фактура, внешний облик? Мы договорились, встретимся на следующее утро. Соляга! Это утро фестивальное. No punk. Only is that, man. Oh, yes, yes. Full of Sasha. Опять угощают пивом. Сумасшествие продолжается с утра. Угощают безостановочно. Не мешай человеку спать. Чус! Чус! Punk's not dead! Punk's not sleep! Для барабанщиков. Вот это женский вариант. Обратите внимание, специальная такая холмик. Не буду говорить для чего. Литеральный массаж. Пойдем дальше. Есть мужской вариант. То же самое, но не совсем. Вот такой вот. Для большего удовольствия. Продемонстрируй. Ну, пожалуйста, берешь что-то. И вот так. Еще и с вибратором встроенным. Вот такая штука. Да. Что, за пивом Лянгин бегать? Куда? Погрузка началась. Кто тут за босс? Я? Янки, как всегда. Drinking vodka again. Водка? Это наш дрон. Во. Иса зайн водка. Ich bin mal da hoch.
Benji, mach das Ding auf! Jetzt hat sie da jetzt mal ein Ziel, da fällt mir mal ein Ziel. Komm her! Komm her! Komm her! Hey, Blitz! Mach die Bürste weg, bitte! Leer das Ding hier! Leer das Ding hier! Nein, lass mal frischer! Komm her! Komm her! Schauschwein! Bier-Tor! Bier-Tor! Hey, wo lange noch gibt's Freibau? Bier-Ex-Gutes! Bier-Tor! Dresden-Mod! Dresden-Mod! Rock me raus! Wo Ex-Gutes выносит, да? Смотри, как пьяный происходит. Попаська! Бульдозер, закатай его под асфальт. Блядь, у меня теперь все штаны клеются, пидорас. Вот оно, дело какое. Вот это вам Германия, нахуй. Вот вам Германия. Дрезден Сити, блядь. Вот там дело. Куда он взял? Я хотел, копил. Спешл кую, так сказать. Спешл кую. Нахуй. Гадина. Сердечко, ладно. Ну, сейчас оторву, нахуй. А, ну тогда вот так вот. Лечу, 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 лечу! Помазал! Привет, мы находимся сейчас в туре, и сейчас мы находимся в городе Эрфурт в Германии. Сейчас только что закончился концерт, один из лучших, сейчас можно его так назвать. Вот здесь находится у нас Жека Евген, находится Лёлик, Миша у нас отрубился, молодой и неопытный. Вот, и с нами находится группа Vendetta, с которой мы находимся в совместном туре. И сейчас попробуем спросить у них, что они думают об этом туре. Ciao Russi! Ciao Russi, una figata! È spettacolare! Oh, questi ragazzi spaccano il culo, perché dire, i russi sono una cosa incredibile! Mi sto divertendo da pazzi con i palchi, sbirro duro!
cioè questi ragazzi qua spaccano il culo, sono una roba di volare cioè, io quando li vedo sono proprio, no, proprio. Angelo, mi lasci parlare però, per favore. Mamma mia. Guarda, scusa, allora questi russi credevo fossero freddi come il ghiaccio, invece sono dei veramente della gente con cui suonare, ma si spaccano veramente. Simpatici cazzoni, va là, si spacca regole un po' con la vodka, io credevo fosse una gente che va qua, il momento di spaccano il culo di qua, ma grandissime persone, guarda. Io mi sono sempre, no, perché io ho già suonato con quelle berrine, che cazzo. Sì, ma effettivamente sono no, no, ma proprio Dio, non voglio perché non voglio sentire, voglio parlare perché wow! Sì, ma lui è un siciliano, non fateci caso. Grandissime persone, ci siamo divertiti un casino. Benché abbiamo fatto una settimana di tour, abbiamo gradito tutti i concerti, veramente. Guarda, si può bere della birra. Come direbbe, abbiamo vissuto tanto. Come direbbero gli spagnoli, de puta madre tio, è veramente bello. Spagnoli è chi? Ma questi... spagnoli di che? Ma guarda che taglio i capelli così su due piedi, non mi rompere il coglione spagnoli, siamo italiani e a loro fa piacere che siamo italiani. È vero che quello. Mi sono attaccato. Quel torso di un pizzo. Basta, va bene. Va benissimo, grazie. Viva! Ленч, ты что там делаешь? Понятно. Три погибли. У окна. Мигель, наелся? До отвала. Не, я вам еще раз что-нибудь поел. Знакомые все лица. Какие-то уроды. Похоже на каких-то наших знакомых уродов. Да. О, пытаюсь кого-то уже. Чубака попался, Чубака попался. Чубака. О, Чубака. Блин, ты это туадо, ро. Ты это туадо. Чубака, my name is. No, Винсент. This is a Vincent Данда. Show me passport. Лагонда на голову, кстати. Ну вот, одного замочили. Жить будет вообще? Или как? Минут 10. Минут 10. Они дальше не живут после этого. Там вскрытие покажет, из чего они состоят. Я сейчас вас всех по-итальянски уделаю. Мне вот только это интересует. Дай сюда. Я аплодирую на фотографии, блядь. Лучше фотку сделал. Хорошо. Хорошо. Ты будешь? Хорошо. Нет.
Yeah.